Очень долго идем, торчу на пол. Да, у хилов маны нет. Подождите. Задлейте я убрал. А что ты вагас, слышишь? Залейте ему 50 тысяч маны. Выговор-то сделал, а ЕП-то я, короче, не забрал. Я все сделаю, ты не за этим следи. Даже 57. Приходится есть две порции рыбы. Перевожу, перевикай. Что-то я подвис. Перевожу. За агро внимательно смотрим. Не лезь где. Побел.
Вот скоробей. Магу, прочти ПМ, пожалуйста. Спасибо. Блин, не помню, брала ты или нет, это вот этот бисовый на. Деорус. Чё-чё? А, ты уже прибежал. Чё, говори, я тебя слышу. Это поступь надо было по воде. Я наверху уже. Клад, давай, хил есть, погнали. С двух ног. Чат линканул. Предмет, кому-то это нужно. А я нет. Заходи, Гладбон. Что за книжка, кстати, она нужна, нет? Вот это затворение есть. А, ну, типа раньше, да, но на Сирусе нет. Это, по-моему, для классики, для БК. Я отойду на 2 минуты. Давай. Лага, перекур перед боссом будет или после? Только после. Окей. Тогда пойду Байеру скажу, чтобы заходил уж. Сантей, ты тут? Первую по четвертую группу. Кому ваш не нужна? Мне. РДДшки остаются на месте. Сажусь на вара. Так, вместо Фисяо зайдет Сантей. Байер еще надо запихнуть куда-то. Сейчас все сделаем.
Ладно, вместо Джокера зайдет Табайр. Дайте шкаф. Ну что, Кирс, показывай класс, ставь метки, распределяй. Ой, начинается. Че, Фарада нет, значит, еда. Конечно. Локи, ставь шкаф с манем. Сумон быстрее прокрикливаем, чтобы Кир смог людей расставить. Как Кир всех расставит, я скажу, что по танкам. Так, давайте. Шторм, Луна. Простя. Звезда. Полина, трусы. Элбрил печенька и молотый красив крест. РДДшки хотите, куда хотите, туда и стоите. По миликам чё? По миликам, так, сколько у нас миликов тут? Раз, два, три, четыре, пять. Пять миликов, да? Ну, давай, Эрдвар, Луна, Вага, печенька, Конь, трусы, Хекси, крест. Монород в танке или в ДД будет? Давай, ты звезда так. Распределил всех? Угу. Значит так. Блэк Киллер на боссе. И Пегасри на гвардейцах. Кават в ретре. Ждем Неликса минуту и пуляем. Короче, на пул. Войда не говорил, Кирс. Да, куда хочешь. Где проблема будет, туда бить. Свободным полом. Да господи, милики, вы чё мне все в личку начали строчить? Я все же за мной. Я попросил Кирса распределить хилов, РДД и мели, сами как-то равномерно распределяются по меткам. Ну, короче, милики, забили, бегите куда хотите. Пегастри, если фрилут стоит, то сфера не возьмется.
блоков не перепутали, метки поставили. Сопроты, кстати, перепеть. Там 5 минут или 10 осталось. Зеленая луна. Быстрее, быстрее, быстрее. Свободная РДД, можете гордиться, Митер. Здравствуйте. Длинные звездочки выходят. Луна. Блять. Перекинь кому-то там. Вон он, ромбик стоит. Длинный между крестом и трусом. Трусак зеленый. Слишком далеко. Аккуратно только этот здоровенный. А куда? Я блядь, он рядом стоял, прикинь. С этим, с луной я не скликнул. А, господи, сейчас я ему в личку напишу. Пусть уйдет вообще в сторону куда-нибудь, он же рядом прям с луной стоял. Не достаю. Ребят, зачарованный доходит до босса. И не моб. Зеленый крест. Пожалуйста, моба. Конь тебе перекинул. Да, он мне в обмен ее кинул. Кто-нибудь из локов подойди. Кристал. Гиганта ловите, труса. Кристал, подойдите, локи. Кинь вон, Хелфейна, кидай, перекину ему, кидай. Меня можешь кинуть, я стою на месте уже. Э, Локи кину. Гвардеец. Локи, кидай вон, Хелфейну, Вагабонду, кому-нибудь. Зеленая луна. Босс активен.
Зеленый. В начале гвардейцев добить. РДДшники милики. Можете забить на зеленого. Там ветки там будут. Я отпуляю это. Это не сложно будет спалить. А мы все уже убили его. А он сейчас. Приоритет для РДД до экзегут фар это скаты. Потом посмотрю урон ГП наш, если кто халтурит. У нас ШП это не РДД, это не ШП, это другой пол. Я все вижу. Че можете быть чисто по боссу? Смотрите, что Даркис пишет в чате. В смысле, вообще не будет, что ли? Соляру пофиксит завтра дозерон. Ну раз фикс будет, значит не будет. Не, ну он что-то там по чуть-чуть срезал вроде. Ну ее просто вроде как кто-то почти убивает. Если ее фиксанут, ее точно убьют. Последнее, что было известно из-за того, что Асгарды ее довели до 10%, фиксов быть никаких не должно. Головы нету. Что, Хекси вернулся или кто-то играет его чаром? Мозер играет. А Мозера что, не разбанили? Нет. Охренеть, а что так? Говорят, брюли лишний. Ну, понятно, что лишний. У меня тоже был один лишний. Не в этот раз, а в предыдущий. И как бы они говорят, что ты его не с рулетки взял. Я говорю, блин, что дебила, я с рулетки точно взял. Он говорит, ладно, мы, говорит, заберем, разбаним. А вот так, прикинь, нахуй, выиграешь с рулетки, а потом хуяк с тебе ебан за это. А потом хуй докажешь, что он с рулетки был. Так он первый выпал у меня, понимаешь? Если бы я его багом бы сделал, я бы, наверное, себе не один бы сделал, наверное, правильно? Так, голову тебе, да? Не можешь, да-да-да. Куда летим? Вначале все курят 5 минут, а потом летим в око обычку.
Те, кто пишет в ПМ, у меня нет воронок.